Как хорошая дисциплина. Ребята, я чуть не задохнулся. Капец, все легкие забились водой, как будто бы. Фух, я выжил. О боже мой, я сделал это. Но лучше, ребята, не спрашивайте, что я делал под водой, потому что это большой-большой секрет. Прямо сейчас я доделал все свои дела, и можно, в принципе, подойти домой и лечь, хотя нет. Обед на улице, ребята, и самое важное у нас сегодня это сделать, знаете, одну мою задумочку. Я всегда мечтал, ребята, завести пёселя. О, как раз там волчара. Завести пёселя в Майнкрафте. Вот как раз у меня будка стоит, а пёселя нет. Так, ребята, для того, чтобы завести себе ручного пса, нам нужна кость. Но где мы эту кость добудем, я совершенно, ребята, не знаю. Скелетов я поблизости не вижу. И... Так, ребята, я кажется, что-то чувствую. Какую-то эссенцию чувствую. Что-то в мире явно поменялось, потому что я чувствую какую-то легкость, магию и как будто звенят колокольчики, ребята. Я реально что-то чувствую. Ладно, вроде ничего нету, ребята. Здесь как раз бегают волки. И пойдемте подойдем к нашему жителю. Мне кажется, у жителя, как всегда, есть что-то нужное для нас. Так, я надеюсь, там будут кости, и они, конечно же, тут будут. Житель-торговец, ты опять стоишь ко мне спиной, и у тебя сейчас будут кости. Да, действительно, это кости, ребята, я не знаю, это, походу, какая-то магия, потому что я изменения в моем мире всегда очень хорошо чувствую. Так, хорошо, житель-торговец, ты отдаешь нам кости за ромашку, хорошо. Ромашки, блин, кстати, я не видел вокруг ромашек. Так, я нашел какое-то непонятно летающее существо. Да, это та самая легкость. Йо-йо-йо, привет. Ничего себе, у нас регенерация. Рядом с этим монстром у нас регенерация. Хотя какой этот монстр? Это нифига не монстр, это какое-то положительное существо, ребята. Ладно, хорошо. Пойдемте искать ромашки. Ну, и вот у нас волчара. Кого из них мы, в принципе, прирощим? Вот этого волчару или там где-то вокруг тоже бегают, мы пока не знаем. Но нам нужно... О, хорошо. Все, ромашки мы все подбираем. Я хочу как можно больше костей. Чем больше костей, тем больше попыток. О, еще один волчара в пустыне. Хорошо. Все, в принципе, отлично. Можно бежать назад и обменивать наши ромашки на кости. Вроде прям вот так вот поблизости ромашек я больше не вижу. Хорошо, идем к нашему жителю. Житель-торговец, мы подходим к тебе и берем 3 косточки. Пойдем выбирать себе пёселя. Пёсель водяной, пёсель пустынный и пёсель скрытный. Ребята, я хочу выбрать вот этого вот пёселя, он прямо у водички. Так, прикольный, йоу. У меня есть косточка, пёсик. У меня есть косточка, хочешь? Хоп. Опа, пока не приручился и пом. Ничего себе. Да как так? В смысле? И, ладно, пойду искать новые ромашки. Так, 4, 5, 6. Окей, погнали отправляться к нашему жителю-торговцу. Сколько времени прошло, мне все так же повезло. Йоу, житель-торговец, давай мне... Все вот свои кости, 6 штук. Я думаю, этого точно должно хватить. Так. А вот, я их случайно выкинул. Хорошо, бежим к нашему пёселю, ребята. И надеюсь, то, что сейчас он точно съест эти кости. И будет моим питомцем. Йоу. Все, я его вижу. Подходим к нему. Эй, пёсель! Так, посмотри на меня. Йоу, смотрите, он даже не смотрит на эти кости. Все, отлично, одна кость тебе всего нужна была. Ладно. Хорошо, пёсель, пойдем за мной. Ладно, я пойду к дому и покажу ему, в принципе, эту будку. Ребята, в принципе, сон уже подходит к нашему дому. И смотрите, наш пёсель там лежит и спит. Хотя он вроде стоит, но он все равно спит. Ребят, я тоже сейчас лягу спать. Как-то я устал за сегодня. Когда проснемся, начнется новый день, и у нас будут новые дела. Наконец-то утро, 7:45, и самое время пойти выгулить нашего пса. А так, стоп. Йоу, пёсель, я его не вижу, ребята. Кажется, он сам уже пошел гулять и... Стоп. Так. Неужели это наш пёсель? Мы ему даже имя не успели дать. И он меня бьет, нифига себе! Капец, он огромный! Что с ним не так? Йоу!
Это вообще какой-то бред. Как? Стоп. И... Ничего себе, его морды даже ко мне в дом заходят. Ладно, хорошо, с этим нужно что-то делать. Я не знаю, может быть, что-то в костях не так. Может быть, житель мне что-то недосказал, и я дал ему неправильные кости. Почему именно сейчас? Почему именно сегодня он превратился в какую-то большую фигню? Ладно, хорошо. На это у меня есть свои идеи, и я думаю то, что это не наш пёсель. Наш пёсель сидит где-то глубоко внутри этого существа. Но это какой-то реально оборотень, и смотрите, там тоже какие-то волки вокруг него ходят, хорошо. Я думаю, то, что наша задача победить этого волка, чтобы спасти нашего маленького пёселя, и у меня все для этого есть, ребята, я все подготовил, сейчас вы все увидите. В принципе, я думаю, все будет хорошо. Как я вам, ребята, как я вам сегодня, как я предчувствовал, будет очень жаркая битва. Если вы не поставили лайк и не подписались на канал, то обязательно это сделайте, ребята, прямо сейчас за 5 секунд. Успейте подписаться и поставить лайк, и тогда удача у вас будет до конца жизни на плюс 1000000%. А мы можем, в принципе, продолжать. Так, ладно, хорошо. Вы как раз хотели спросить, да, почему я всплывал из-под воды? Да потому что... Потому что я здесь спрятал одну очень интересную штуку, ребята. Сейчас вы все это и увидите. Ладно, я здесь на самом деле говорить могу. Так, давайте, давайте поднимаемся, поднимаемся. Отойдем вот чуть вот сюда, вот за дом зайдем. Хорошо, наденем наш шлем. Потому что только с этим шлемом мы сможем собрать себе команду мечты. У-ля-ля, у-ля-ля, тух. У-ля-ля, у-ля-ля, тух. У-ля-ля, у-ля-ля, тух. Ребята, команда мечты собрана. Прямо сейчас. Да-да-да-да-да-да-да. Они испанцы, кстати, или португальцы. Ой, я случайно на него нажал. Давайте еще раз его так, хоп. Все, я думаю то, что с этой командой мы точно сможем справиться. Давайте я съем золотое яблочко, или пока что не надо, но смотрите, они действительно сейчас мне будут помогать. Сейчас я еще получу благословение. О, ничего себе, опа, ничего себе, я случайно ударил по своим. Вы просто посмотрите, интересно, они будут сражаться. Этот волчара бьет моих туземцев потихонечку. И они, кстати, смотрите, они нападают на него. Отлично, они очень хорошенько нападают на него. Нет, один туземец мой погиб. Ладно, хорошо, я думаю, потихонечку можно золотые яблочки есть и самому уже нападать. Я ем золотое яблоко. И истребляю этого волка. Так, стоп, что? Окей, хорошо. Как тебе такое, волчара? Как тебе такое, волчара? Так, смотрите, что я с этим благословением могу делать. Могу просто из глаз запускать... Вот такие вот лучи, ребята, да я как железный человек, Тони Старк, могу просто направо и налево. Хоп, давайте призовем еще луч, так, и опять сделаем вот такой вот луч из глаз, ребята, это просто что-то невероятное. Ладно, хорошо, настало время испробовать наш топор войны, потому что этот волчара явно что-то попутал. Так, так. Нужно как-нибудь его выманить оттуда. Так, давайте мы потихонечку вот так. Опа, опа, начнем его бить. Ага, бьем его, бьем. Давай, давай, у волчара, я думаю, осталось не так много жизней. И мы, в принципе, сейчас все для этого сделаем, чтобы его победить. Вы просто посмотрите, какой у меня крутой меч. Так, 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 на. Стоп, а куда? Мы победили волка, ребята. И сейчас... Это что? Это душа волчонка? Это душа волчонка? И что здесь... И что здесь за следы остались? Ладно, я их убрал. Ребята, я сам не понял, как я убил большого этого безумца. Большое существо, волчащее. Но с него нам выпала душа. И походу да, ребята. И походу да. Это душа нашего волчонка. Я так, ребята, и знал. Ладно, хорошо, давайте я сниму всю эту броню, потому что у меня и сопротивление, и поглощение, и огнестойкость. Столько разных эффектов, что хочется просто от них убежать. И, ребята, блин, что это была за жесть?
Как так? Почему? Почему волчонок превратился в такую большую фигню? Я просто не знаю этому объяснения, ребята. Но шестое чувство меня никогда не подводит. Ребят, если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, а также не забывайте оставлять ваши офигенные комментарии. Напишите, кстати, в комментариях, как бы вы назвали нашего пёселя. Да, да, напишите. Мы вместе с вами подумаем, обязательно назовем. А с вами был я, Смейл. Всем удачи и всем пока-пока!